привет! Рад вас видеть снова на нашем канале. Это продолжение предыдущего видео. В прошлом видео пришла вот посылка была, там два заказа в одной посылке было. Я их перенес в следующее видео, потому что хотел вместе собрать два заказа, которые я заказывал. Так, сейчас откроем эту посылку. Я расскажу, что это я заказал. Итак, у нас есть дача, и в ней есть небольшой огородик с парничком, в котором выращиваем помидорки. И их нужно каждый день поливать из лейки. Так вот, я заказал запчасти к капиллярной системе. Теперь я подсоединю трубки, и поливать больше парник не нужно будет. Он будет поливаться автоматически. И для этого я заказал специально вот это вот распылители, а вот это вот соединительные коннекты для шлангов, для трубок. Это тройной разъем, сюда втыкаются, идет шланг, и на каждую надевается вот этот распылитель. Сверху над парником подвешивается бочка с водой, которая наполняется. И через эти распылители медленно капает вода, очень медленно, в течение целых суток. И вам больше не надо поливать, просто наполнять надо бочку, и будет постоянно почва влажная. И каждую трубочку подвести под корни помидор. Значит, это коннекты, а вот этот сами распылители. Я открывать не буду, я так покажу. Просто вот такие вот. Здесь можно их крутить и увеличивать, либо уменьшать подачу воды. Ну и поговорим о ценах. Так, в одной упаковке 50 штук. Это тройники, тройные разъемы для трубок. И стоимость их была 50 штук, стоили 2,67 доллара. А это у нас были распылители, 50 штук тоже, и стоимость их была 2 доллара 22 цента американских. Короче, работает так: идет трубка, и к каждому кустику подведен трубочка с распылителем. Распылитель можно регулировать подачу воды. И теперь как бы не требуется ходить с лейкой или со шлангом поливать огород. Он поливается сам в автоматическом режиме. Не нужно тратить время на это. Спасибо за ваш просмотр. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие мои видео. Всем пока. До новых встреч.